Покупаешь онлайн? С кэшбэк-сервисом Letyshops ты можешь возвращать до 30% денег, которые потратил на покупки. Что такое кэшбэк? Мы приводим покупателей в магазины. За такую рекламу они платят нам вознаграждение с каждой покупки. Часть этой суммы мы возвращаем покупателю в виде кэшбэка. Преимущество Letyshops оценили уже более 10 миллионов пользователей по всему миру. Все легко и просто. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку как обычно. Скоро кэшбэк появится в твоем личном кабинете на Letyshops. Вывести деньги можно любым удобным способом – на карту, мобильный или электронный кошелек. Полезный лайфхак. С помощью нашего расширения для браузера можно активировать кэшбэк в один клик, а также мониторить цены и проверять рейтинг продавцов. А наше мобильное приложение понадобится тем, кто любит делать покупки со смартфона. Зарегистрируйся на сайте letyshops.com и получи премиум-аккаунт в подарок. Ссылка в описании. Во время Олимпийских игр на спящих спортсменов нападают террористы в масках. Они убивают 2 человек и 9 берут в заложники. После продолжительных переговоров предпринята отчаянная операция по их спасению. Теперь они убьют заложников. Но операция заканчивается катастрофой. Внезапно положение кардинально изменилось. 17 человек мертвы, и мир сталкивается с ужасающей беспрецедентной реальностью. Терроризм угрожает всем и каждому. Один человек обращается к секретным правительственным материалам, скрываемым на протяжении 30 лет. Это предопределило исход операции, чтобы наконец обнаружить ошеломительную правду кровавой бойни на Мюнхенской Олимпиаде. Несчастье происходит не без причины, оно является результатом последовательных критических событий. Раскроем тайны и зафиксируем то, что происходило в последние секунды до катастрофы. Заложники на борту этого вертолета думают, что они летят к свободе. На самом деле их везут к неминуемой смерти. Кровавая бойня на Олимпиаде в Мюнхене. Европа. Германия. Мюнхен. 5 сентября 1972 года. В Мюнхене начались Олимпийские игры. Фестиваль международных соревнований. 900 миллионов зрителей в 100 странах с изумлением следят за тем, как американский пловец Марк Спиц выигрывает 7 золотых медалей. Советская спортсменка Ольга Корбут очаровывает весь мир поразительным гимнастическим мастерством. Крайне значимым является присутствие команды из Израиля. Присутствие израильских спортсменов на Олимпиаде в Германии отображает дух этих соревнований. Один из соревнующихся – это 28-летний тяжелоатлет Дэвид Бергер. Вообще-то, Дэвид родом из Кливленда, Огайо. Ему не удалось попасть в олимпийскую команду США, но, будучи евреем, он получил право представлять Израиль. Дэвид по образованию юрист, и у него мало шансов получить медаль. Но он не тревожится, он просто хочет принимать участие в соревнованиях. Он считал, что участие в Олимпиаде в качестве тяжелоатлета – это абсолютный предел того, чего он мог достичь. Андре Шпицер – тренер по фехтованию. Для него участие в Олимпийских играх венчает лучшее время его жизни. Год назад Андре женился. Его жена Энки всего 5 недель назад родила их первенца. Мы были молодой парой и очень любили друг друга. У нас недавно родилась прекрасная малышка. Что же плохого могло случиться? Ничего. Андре и Дэвид живут вместе с израильской командой в Олимпийской деревне. Это огромный специально построенный комплекс, вмещающий 10 тысяч спортсменов, тренеров и судей. Израильские спортсмены и мужчины поселены в жилом блоке номер 31 на Коннелли-штрассе, рядом с окраиной комплекса.
Несмотря на то, что в деревне царит доброжелательность, внешний мир переживает изменчивые времена. Террористы порождают кровопролитные беспорядки. Палестинская группировка, известная как «Черный сентябрь», особенно безжалостна. В прошлом году ее представители убили иорданского премьер-министра и захватили пассажирский самолет, направляющийся в Израиль. Одним из очевидцев их жестокости стал опытный военный корреспондент Джеральд Сеймур. Сейчас Сеймур освещает события Олимпийских игр. Это должно было быть спокойным занятием, долгожданным отдыхом от непрестанной жестокости. Мы даже не могли предположить, что будем присутствовать при крупнейшем по своей жестокости событии, которое наравне с другими историческими моментами охарактеризует весь этот век. Пятого сентября, в понедельник, чуть позже 4 часов утра, террористы в масках проникают в Олимпийскую деревню. Они направляются к 31-му жилому блоку на Коннелли-штрассе, туда, где спят члены израильской команды. Они врываются в спальню спортсмена. Создавшейся суматохе, двое спортсменов были застрелены. Тяжелоатлет Йозеф Романо умирает от потери крови. Потом террористы выбросили тело тренера по борьбе Моше Вайнберга на пешеходную дорожку. Они взяли в заложники 9 израильских спортсменов. В 5:30 офицер полиции увидел тело Вайнберга и поднял тревогу. Унося тело, полицейские заметили в доме террористов в масках. В панике полицейские связались с начальником мюнхенской полиции Манфредом Шрайбером. 47-летний Шрайбер завоевал внушительную репутацию бескомпромиссного и упорного человека. Подчиненные называют его шерифом, потому что он всегда добивается своего. Шрайбер уполномочен Олимпийским комитетом немедленно создать группу по чрезвычайной ситуации. В 6 утра он получает от террористов 2 записки с требованиями, выброшенные из окна комнаты, где проживали израильтяне. Первый листок сообщает о том, что убийцы состоят в группировке «Черный сентябрь». Во втором перечислены имена 234 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах. Террористы потребовали, чтобы израильское правительство освободило всех заключенных к 9 утра, в течение всего 3 часов. Если израильтяне откажутся, они убьют еще несколько заложников. Шрайбер моментально связывается по горячей линии с премьер-министром Израиля Голдой Мейер. 6:20 утра мир узнает страшные новости. Жестокость распространилась даже на самые мирные международные события. Это экстренное сообщение канала ITN из Олимпийской деревни в Мюнхене, где сегодня утром вооруженные палестинские боевики средства массовой информации сообщают, что несколько израильских спортсменов взяты в заложники. Сообщается, что один из них тренер по боксу. Это вызывает тревогу у Энки Шпицер. Я знала, что там не было тренера по боксу, а Андре был тренером по фехтованию. Я пыталась выяснить, что произошло, но никто не мог ничего сказать. В 7:15 утра полиция установила, что 9 израильских спортсменов держатся в заложниках на втором этаже жилого блока номер 31 в задней части спальни. Среди них Андре Шпицер и Дэвид Бергер. Но полиция ничего не знает о количестве террористов. Мир ждет следующего шага Манфреда Шрайбера. Последний ждет ответа от израильского правительства. Согласятся ли они на требования террористов? Израильский премьер-министр Голда Мейер говорит Шрайберу, что ей нужно время, чтобы собрать кабинет министров.
Но время истекает. 8:45 утра. Террористы грозятся застрелить еще одного спортсмена в течение 15 минут. Шрайбер должен попытаться вступить в переговоры. Он идет к жилому блоку номер 31 в сопровождении двух представителей Олимпийского комитета. Один из террористов выходит из здания. Он одет в костюм сафари, на его лице крем для обуви. Несмотря на комический наряд, он кажется очень уверенным в себе. Он представляется как Исса и говорит, что он здесь главный. Его настоящее имя — Лотиф Афиф. Ему 35 лет, и он из Назарета. Трое его братьев также входят в «Черный сентябрь». Двое заключены в израильских тюрьмах. До 9 утра остается буквально несколько секунд, и Шрайдер должен убедить Иссу дать ему еще время. От этого зависят жизни 9 спортсменов. Начальник полиции Манфред Шрайбер просит у лидера террористов Иссы предоставить больше времени для выполнения требований. Исса соглашается. Он продлевает срок до 12 часов дня. Но он предупреждает Шрайбера, что в полдень он прикажет убить еще двух спортсменов. У Шрайбера есть 3 часа, чтобы убедить террористов сдаться. Или убедить правительство Израиля освободить палестинских заключенных. К этому времени средства массовой информации буквально осаждают место событий. 4000 журналистов и 2000 телевизионных групп находятся в Мюнхене. На Олимпийском стадионе соревнования идут в установленном порядке. Но в городе все говорят только об одном. Террористы взяли в заложники спортсменов. 11 часов утра. Олимпийский комитет подчиняется международному давлению и приостанавливает соревнования, ставя все мероприятие под угрозу. Это усиливает давление на начальника полиции Шрайбера. Теперь он должен спасти израильских спортсменов и Мюнхенскую Олимпиаду. 11:15 дня. Наконец, ожиданиям Шрайбера пришел конец. Израильское правительство дает ответ. Они не уступят требованиям террористов и не освободят ни одного палестинского заключенного. Шрайбер осознает, что освободить заложников можно только силой. Но чтобы приступить к штурму, ему необходимо получить очень важные данные. Шрайбер должен выяснить, сколько террористов находятся внутри блока номер 31. Он должен оттянуть время. Через 15 минут террористы застрелят еще 2 спортсменов. Шрайберу нечего предложить взамен. Он решается блефовать перед Иссой, а это смертельно опасная игра. Наступает полдень. Мир готовится услышать выстрелы. Шрайбер сказал Иссе, что израильтяне согласились сотрудничать. Вопрос в том, поверит ли Исса. Риск оправдывает себя. Террористы не стреляют. В течение всего дня Шрайбер продолжает блефовать и несколько раз переносит установленные сроки. К 5 часам дня Шрайбер по-прежнему не знает, сколько террористов находится внутри. И вот, наконец, ему предоставляется шанс. Он уговаривает Иссу впустить в первую комнату 2 представителей Олимпийского комитета, чтобы проверить, все ли в порядке с заложниками. Один из них — Вальтер Трёгер. Он потрясен тем, что видит. Когда мы вошли в комнату, мы увидели прикрытый труп, многочисленные следы крови на стенах. И 9 друзей из Израиля. Они были напуганы и знали, что находятся в ужасной, почти безвыходной ситуации.
Шрайбер поручил Трёгеру жизненно важное задание. Сосчитать террористов. Когда я вошел в комнату вместе с Иссой, я увидел четверых террористов. Там мог быть еще пятый. С этого момента существовала лишь одна цель — освободить заложников силой. Наконец-то Шрайбер знает, что там пятеро террористов. Он моментально реагирует, приказывая полицейским, вооруженным автоматами, занять позиции на крыше жилого блока номер 31. Когда вооруженные полицейские занимают свои позиции, террористы, похоже, чувствуют, что что-то должно произойти. Шрайбер дает своим людям приказ. К всеобщему удивлению, он приказывает отступить. В 10 минут шестого события принимают новый поворот. Лидер террористов Исса требует самолет, чтобы перевести бандитов и заложников в Египет, в Каир. Шрайбер находится в стрессовых обстоятельствах уже 11 часов. Теперь у него появился шанс перенести происходящее за пределы Олимпийской деревни. Шрайбер соглашается с требованиями Иссы. В 10 часов вечера на подземную стоянку под зданием номер 31 въезжает автобус. Через некоторое время автобус доставляет террористов и заложников к двум вертолетам, находящимся в 200 метрах оттуда. Вертолеты доставят их в Фюрстенфельдбрук, в военный аэропорт в 25 километрах к западу от Мюнхена. Там их будет ожидать Боинг 727, чтобы доставить в Каир. Когда вертолеты пропадают из видимости, толпа репортеров и зевак направляется в аэропорт. Среди них Джеральд Сеймур. Это напоминало атмосферу вечерней ярмарки. Множество людей, все ожидают какого-то шоу, и этим шоу должен был стать взлет вертолета. Очевидцы не знают, что начальник полиции Шрайбер не собирается позволить террористам улететь. В аэропорту он расставил ловушку. Приземление вертолетов ожидают 5 снайперов. Трое на диспетчерской вышке, двое в 70 метрах на взлетной полосе. Когда вертолеты приземлятся, ИСА и его помощники проверят Боинг 727, как и было условлено. Экипаж самолета на самом деле составили вооруженные полицейские, которые застрелят ИСУ и его помощников во время посадки. Снайперы ликвидируют оставшихся террористов. В 10:30 вечера. Вертолеты приземляются. На взлетной полосе ИСА и его помощники поднимаются на борт самолета и выходят обратно. Снайпер под номером 3 берет ИСУ на прицел и ждет приказа стрелять. Снайперам не удалось убить террористов. Начинается яростная перестрелка. Спортсмены в вертолетах связаны между собой, им остается только молиться. В военном аэропорту к западу от Мюнхена немецкая полиция пытается спасти 9 израильских заложников. На протяжении 30 минут они перестреливаются с террористами. К 11 вечера выстрелы смолкают. Находясь за воротами аэропорта, репортер Джеральд Сеймур и другие представители СМИ узнают волнующие новости. Все спасены. Со всеми все в порядке. Это победа. Хорошие новости облетают весь мир. В семье Шпицеров начинается празднование. Но Энке отказывается. Я просто ждала телефонного звонка, потому что знала, в каком бы состоянии ни находился Андре, после этого сурового испытания первым делом он позвонит мне.
Через минуту после наступления полуночи Джеральд Сеймур видит, как 4 броневика на полной скорости въезжают в аэропорт в сопровождении фургонов с вооруженными полицейскими. Он снова видит вспышки выстрелов, а потом 2 мощных взрыва. Когда броневики возвращаются, Сеймур осознает, что хорошие новости были преждевременными. Большие ворота открываются, и свет падает на молодого полицейского. И мы видим блеск слез, стекающих по его лицу. И все мы понимаем, что произошла катастрофа. Мир хочет узнать, что произошло на самом деле. В 3:17 средства массовой информации сообщили о масштабе кровавых событий. Все израильтяне, взятые в заложники на Олимпиаде в Мюнхене, мертвы. 9 человек были убиты во время спасательной операции. Надежда родственников сменяется скорбью. Тем же утром Энке Шпицер вылетает в Мюнхен. Она была в квартире номер 1, где провел свой последний день ее муж. Там она дает клятву. Я стояла и думала о том, что должна буду сказать миру, что произошло, чтобы этого никто никогда не забыл, чтобы случившееся никогда больше не повторилось. Правда о событиях того дня покрыта тайной. Многие непосредственные свидетели мертвы, другие поклялись молчать. Поэтому до сих пор возникают вопросы о том, почему спасательная операция обернулась катастрофой. 20 лет Энке Шпицер преследовала представителей немецких властей, чтобы они сделали официальное заявление о мюнхенской бойне. Они утверждали, что ее не было. В начале 90-х анонимный адресат стал присылать ей документы государственного расследования. Сейчас у нее есть полный отчет, составленный из 3800 документов. Энке хочет, чтобы отчет проанализировали и публично признали виновными лиц, ответственных за происшедшее. Пришло время, чтобы кто-нибудь внимательно изучил все это, чтобы показать ошибки, которые допустили немецкие власти, чтобы была восстановлена справедливость, историческая справедливость, и наказаны виновные. Сейчас, углубившись в материалы совершенно секретного немецкого расследования, мы можем раскрыть факты, лежащие в основе операции по спасению обернувшейся трагедией. Эта операция – позорище немецкой власти. Один человек согласился приехать в Мюнхен, чтобы проанализировать для Энки секретный отчет. Лерой Томпсон, эксперт по ситуациям с захватом заложников. Томпсон, бывший офицер армии США, получивший ранения во время военных учений в России. Он написал более 30 книг по вопросам безопасности и читает лекции полицейским всего мира. Томпсон питает профессиональный интерес к Олимпиаде в Мюнхене. Он был советником по безопасности на Олимпиадах в Афинах и в Барселоне. Прежде всего возникает вопрос, как вооруженные террористы проникли в Олимпийскую деревню? Томпсон знает по опыту, что при проведении Олимпиады задействовано больше полицейских сил и предпринято больше мер безопасности, чем при проведении любого другого спортивного мероприятия. В принадлежащем Энке экземпляре официального отчета говорится о том, что безопасность на Олимпиаде 1972 года обеспечивали 2000 охранников, и вся деревня была окружена 2-метровым проволочным забором. Если это так, то как могли террористы так легко проникнуть внутрь? Есть только один способ узнать это. Томпсон отыскивает организатора Олимпийских игр Вальтера Трёгера. Трёгер сообщает, что несмотря на впечатляющие документальные свидетельства, охрана на самом деле была сознательно ослаблена. Было задумано, что охрана не должна показывать оружие. Охранники присутствовали, но были одеты в гражданскую форму, и оружия не было видно. Целью была демонстрация дружелюбия и миролюбия Германии. Но британский репортер Джеральд Сеймур более резок в своих оценках. Ничто не запрещалось, царили открытость, дружелюбие и теплота. В результате доступ в Олимпийскую деревню был открыт для всех. Охраны фактически не было. Security basically did not exist there.
Как, оказавшись внутри деревни, террористы нашли блок номер 31? И как они узнали, где именно находится израильская команда? Сегодня Олимпийская деревня — это крупный жилой массив. Здание номер 31 на Коннелли-штрассе все еще существует. Если это так, его можно найти. Это настоящий лабиринт зданий, и мне кажется совершенно очевидным, что террористы изучали это место раньше. И вполне возможно, что кто-то помог им найти дом номер 31 по Коннелли-штрассе. Томпсон вновь обращается к секретному отчету, чтобы найти новые улики. И совершает открытие. Он обнаруживает, что лидер террористов ИСА и его помощники, несколько предшествующих Олимпиаде недель, работали строителями в Олимпийской деревне. Это послужило им прекрасным прикрытием, чтобы спланировать нападение до мельчайших деталей. Томпсон надеется, что официальный отчет даст ответ на его следующий вопрос. Как отреагировали власти Германии, когда террористы совершили нападение на спортсменов? Их первым шагом было создание комитета по урегулированию кризисных ситуаций. Лерой хочет знать, кто был в этом комитете, кто принимал решения и насколько квалифицированы были эти люди. В комитете было 3 человека, принимающих основные решения. Бруно Мерк, министр внутренних дел Баварии. Ганс Дитрих Геншер, министр внутренних дел Западной Германии. И Манфред Шрайбер, начальник мюнхенской полиции. Этот список не произвел на Лероя благоприятного впечатления. В нем 2 политика и лишь 1 тактик. У политиков есть программа, которая обычно рассчитана на то, чтобы их переизбрали. Их программа направлена на удовлетворение избирателей, на создание положительного имиджа и не имеет отношения к разрешению подобных инцидентов и принятию трудных решений. Только у Шрайбера был опыт, позволяющий справиться со сложившейся ситуацией. Но, как обнаружил Томпсон, Шрайбер допустил целую серию существенных ошибок. Одна из его ошибок заключалась в том, что он не заметил жизненно важный изъян в оружии террористов. Эксперт по чрезвычайным ситуациям с захватом заложников Лерой Томпсон изучает фотографии из камер наблюдения, прилагаемые к секретному отчету о кровавой бойне на Олимпиаде в Мюнхене. Он мгновенно выявляет 2 ключевых информативных факта, которые, кажется, не заметил начальник полиции Манфред Шрайбер. Первое. На террористах надеты маски. Это ясно указывает на то, что они рассчитывали выжить после этой операции. Если бы они были смертниками, то не пытались бы остаться неизвестными. Это имеет ключевое значение для ведущих переговоры, ведь этот факт означал, что террористы, возможно, готовы пойти на уступки, чтобы прийти к соглашению, которое позволит им выжить и скрыться. Далее Томпсон выявляет 2 важный информативный факт. Террористы вооружены АК-47. Томпсон знает, что террористы, в том числе эти палестинцы, научены постоянно держать оружие на предохранителе. Демонстрация на полигоне показывает, что этот неприметный факт имеет жизненно важное значение. Обычно одним движением пальца предохранитель можно снять, и это дает ощущение безопасности. С АК-47 дело обстоит иначе. Как видите, это практически невозможно сделать. Устройство автомата предполагает, что стрелок должен снять палец с курка, чтобы привести оружие в готовность. Это, конечно, дало бы немецкой полиции несколько дополнительных секунд, если бы они решились пойти на штурм. Секунды могут решить вопрос жизни и смерти. За 2 секунды опытный снайпер может снять цель, а штурмовая группа провести захват. Томпсон изучал официальный отчет, он не нашел упоминания о предохранителе. Шрайбер и его люди определенно не обратили на это внимания. Чтобы добраться до сути следующей загадки, Томпсон изучает телевизионный архив. Он хочет выяснить, почему Шрайбер не очистил прилегающие территории от представителей СМИ и наблюдающих. Томпсон объясняет, что это первое правило при разрешении ситуации с захватом заложников. Причина проста.
АК-47 — автоматическое оружие с магазином на 35 патронов. У них этих магазинов было несколько. Вполне возможно, что могли погибнуть десятки человек и даже сотни людей, если бы террористы открыли огонь. Шрайбер не очистил территорию, и это было его ошибкой. Но худшее еще впереди. Томпсон считает, что при разрешении любой ситуации с захватом заложников очень важно знать своего врага. Шрайберу нужно было узнать точное количество террористов внутри дома номер 31. Только после этого он мог планировать штурм, который мог бы быть успешным. Томпсон знает, что у Шрайбера была одна прекрасная возможность. Чуть позже, 5 вечера, он убеждает ИСУ впустить в комнату номер 1 двух представителей Олимпийского комитета, чтобы они проверили, в каком состоянии находятся заложники. Члены комитета сообщают, что видели 5 террористов. Именно эта информация была необходима Шрайберу. Теперь он переходит к плану атаки. Чтобы проанализировать планируемую атаку, Томпсон изучает видеоархив, где показано, как вооруженные немецкие полицейские забираются на крышу дома номер 31. Впечатление неблагоприятное. Они передвигались по крыше как-то неловко. Они не использовали тактический подход, то есть не пытались найти укрытие и не передвигались таким образом, чтобы в любую минуту начать атаку на террористов. Потому как они держали оружие, можно судить, что они не привыкли использовать его на близких расстояниях. Так кто составлял эту штурмовую группу? И почему в тот момент, когда они были готовы напасть, им приказали отступить? Чтобы выяснить это, Томпсон находит Хайнца Хойнсена, одного из 13 полицейских, которые забрались на крышу в тот день. Томпсон был шокирован, когда узнал, что штурмовая группа была составлена из обычных патрульных. «Мы были простыми патрульными. Не было никого, кроме нас. Никакого антитеррористического подразделения не существовало, поэтому только мы подходили для этой операции». Пока офицеры полиции ожидают приказа к нападению, их начальник Шрайбер замечает нечто странное. Ему кажется, что террористы предугадывают каждый его шаг. «Мы все еще были на крыше, когда нам сообщили, что наша операция, скорее всего, будет отменена». Шрайбер внезапно осознает, что приготовления к штурму снимаются на камеры, и что террористы наблюдают за каждым шагом полиции по телевизору. Он отменяет операцию, и его подчиненные вздыхают с облегчением. Вероятно, мы все были бы убиты в кровавой бойне. Шрайбер ошибся, не оцепив место событий, не очистив его от репортеров, и теперь поплатился за это. Томпсон хочет расспросить Шрайбера о некоторых его ошибках, допущенных в тот день. Он приглашает его на интервью. Шрайбер отказывается. Тогда Томпсон решает кое-что разузнать о человеке, которого называют шерифом. В архивных материалах ежедневной Мюнхенской газеты он находит статью о Шрайбере. Пользуясь услугами переводчика, он делает ошеломляющее открытие. В августе 1971 года, за год до Олимпийских игр, Шрайбер сыграл ключевую роль в другом инциденте с заложниками. Во время неудавшегося ограбления банка двое вооруженных мужчин захватили 17 заложников. После напряженного противостояния Шрайбер приказывает снайперам открыть огонь. Один из грабителей ранен, но не смертельно. В результате грабитель убивает невинную женщину. Шрайбера обвинили в непреднамеренном убийстве. Через 4 месяца обвинения были сняты, но Томпсон подозревает, что это неприятное происшествие повлияло на решение Шрайбера. Возможно, он не хотел отдавать приказ о применении оружия, чтобы немедленно справиться со сложившейся ситуацией. Итак, жизнь 9 заложников-израильтян находится в руках 2 политиков и полицейского, принявшего компромиссное решение. Томпсон начинает понимать, почему операция в аэропорту обернулась такой катастрофой. Томпсон получает доступ к военной взлетной полосе Фюрстенфельдбрюке. Именно там трагически погибли 9 спортсменов. Когда он впервые увидел место перестрелки, у него возник еще один вопрос.
Во время Второй мировой войны немецкие снайперы были одними из самых опасных в мире. Так где же они были в 1972-м? Томпсон обнаруживает скрытый в секретных документах план по спасению заложников в аэропорту. Он прочитывает 80 страниц детального описания событий и изучает десятки фотографий и рисунков. Для Томпсона реконструкция спасательной операции – самый важный этап поиска истины. План по спасению разработан согласно данным о том, что террористов пятеро. Когда ИСА и его помощники поднимутся на борт Боинга 727, их обезвредят вооруженные полицейские, которые выдавали себя за членов экипажа. После этого пять снайперов, расположившихся по периметру аэропорта, возьмут на прицел трех оставшихся в вертолетах террористов. Снайпер номер один находится за низкой стеной. Снайпер номер два за военным грузовиком. Снайперы номер 3, 4 и 5 расположатся на диспетчерской вышке с хорошим обзором взлетной полосы. Томпсон считает, что ключевое значение в операции имеет снайпер за низкой стеной. Используя лазерный дальномер, Томпсон определил, что снайпер номер 1 находится всего в 50 метрах от террористов. Террористы стояли около вертолетов, снайпер был за ними. На таком расстоянии он должен был уничтожить их очень быстро. Но когда вертолеты приземляются, запланированные действия принимают дурной оборот. Вооруженные полицейские на борту Боинга яростно спорят о том, каковы их шансы застрелить ИСУ и его помощника, когда последние поднимутся на борт. Один из офицеров, находившихся на борту самолета, Хайнц Хойнцен, он считал эту миссию самоубийством. Если бы главарь террористов взорвал ручную гранату около полностью заправленного самолета, всех нас разорвало бы на куски. Офицеры проводят голосование и решают прекратить операцию. Их решение срывает операцию по спасению. Оно шокирует Томпсона. Люди, с которыми я работал, под давлением военных или правовых обстоятельств, никогда бы в последний момент не сказали, что они не должны быть здесь до тех пор, пока удерживаются заложники. Это просто невообразимо. Теперь успех зависит от 5 снайперов, расположенных вокруг взлетной полосы. Но они оплошали из-за следующей важной ошибки. Пилоты вертолетов проинструктированы приземлиться боком и к западу от диспетчерской вышки. Это бы обеспечило снайперам хороший обзор в тот момент, когда террористы откроют боковые двери вертолетов. Но оба пилота приземляются носом к диспетчерской вышке. Непонятно, почему пилоты допустили эту ошибку, но это поставило под угрозу весь план спасения. Из-за этого снайперы на диспетчерской вышке не могут взять террористов точно на прицел. Хуже того, из-за этого снайперы номер 1 и 2 оказываются прямо на их линии огня. Но проблемы снайперов на этом не заканчиваются. Взлетная полоса освещена только 3 прожекторами. Вокруг слишком темно, и снайперы не видят четко свои цели. Они должны стрелять практически вслепую. Томпсон узнает еще одно усугубляющее обстоятельство. У снайперов нет специального обмундирования. У них нет приборов ночного видения, бронежилетов и даже стальных касок. Томпсон также узнает, что у снайперов была еще одна более важная проблема. Их оружие. Снайперы были вооружены винтовками G3. Томпсон считает, что для этой операции такое оружие не годилось. Винтовка G3 сделана не как точное снайперское оружие. Она предназначена для того, чтобы бегущий по полю боя солдат смог быстро достать ее, положить на плечо и выстрелить. Проблема в том, что надо было использовать не эти винтовки.
Эти винтовки довольно неудобно использовать как снайперские. Сложно сделать точное наведение на цель. Погрешность обычно составляет несколько сантиметров, особенно если учесть недостаточное освещение. Интересно, что в 1972 году в распоряжении полиции Мюнхена находилось более подходящее снайперское оружие. Штайр Манлихер SSG-69. Томпсон демонстрирует, почему оптическая винтовка Штайр существенно увеличила бы шансы полицейских в бою против террористов. У этой винтовки есть перекрестие, которое помогает сделать точное наведение на цель. Более того, оптика улучшает видимость в темное время, и это критически важный аспект в тех обстоятельствах. Итак, снайперы были вооружены винтовками G3. Все они были обычными полицейскими. Углубившись в книги по истории, Томпсон обнаруживает, что в 1972 году законы Западной Германии запрещали солдатам участвовать в местных вооруженных конфликтах. Профессиональные снайперы немецкой армии не могли воспользоваться своими навыками. Я считаю непростительным то, что полиция Германии не подготовила хотя бы несколько снайперов, чтобы восполнить их недостаток. Но настоящая причина того, почему произошедшее закончилось катастрофой, восходит к ключевому факту — к ошибке, которую ни в коем случае нельзя было допускать. К ошибке, которая стоила жизни как минимум 9 человек. Чуть позже 5 вечера представитель Олимпийского комитета Вальтер Трёгер получает доступ в комнату номер 1, чтобы проверить, в каком состоянии находятся заложники. Трёгер возвращается с важными сведениями. Он видел 5 террористов. Манфред Шрайбер, начальник полиции Мюнхена, основывает всю спасательную операцию на этих данных. Но Трёгер ошибся. На самом деле террористов было 8. И в довершении всего представители немецких властей узнали об этом всего за 30 минут до начала спасательной операции. В 10 вечера террористов и их заложников привезли к 2 вертолетам. Представители немецких властей ясно увидели не 5, а 8 террористов, вошедших в автобус. Но план спасательной операции не был изменен в соответствии с новыми данными. Никто даже не предупредил снайперов в Фюрстенфельдбруке. Но у них все еще есть шанс справиться с террористами. Их последняя надежда — снайпер номер 3. У него есть доля секунды, чтобы застрелить Иссу и его помощника, оставив террористов без лидера и в смятении. Теперь, возвращаясь к началу спасательной операции в аэропорту, мы можем раскрыть все жуткие последствия плохо проработанного плана. В 10:30 вечера вертолеты, перевозящие террористов и заложников в Фюрстенфельдбрук, приземляются не так, как это было предусмотрено. Выходит Исса и его помощник. Они направляются к Боингу 727, как и планировалось. Шаг за шагом они поднимаются на самолет и заходят внутрь. Исса обнаруживает самолет пустым. Он бежит к вертолетам, крича остальным, что это ловушка. Снайпер номер 3 ждет приказа застрелить Иссу. Без оптического прицела и при плохом освещении он пытается разглядеть свою цель. Промахивается, но ранит помощника Иссы в бедро. Исса укрывается в безопасном месте и приказывает своим людям атаковать здание аэропорта. Начинается яростная перестрелка. Снайперы теперь понимают, что террористов 8. Снайперы номер 1 и 2 понимают, что находятся на линии огня снайперов номер 3, 4 и 5. Они не могут участвовать в перестрелке. Теперь 3 снайпера противостоят 8 террористам.
11 вечера снайперы убивают двоих террористов, но у них кончаются патроны. Они прекращают огонь и ждут подкрепления. В 0 часов 1 минуту после одночасового затишья 4 немецких броневика въезжают на взлетную полосу. Террористы начинают паниковать. Один из них открывает огонь по четверым заложникам в первом вертолете. Потом он взрывает ручную гранату. Снайперы убивают ИСУ. Террорист во втором вертолете убивает оставшихся 5 заложников. В 0 часов 30 минут выстрелы прекращаются. 9 израильских спортсменов мертвы. 5 террористов и 1 немецкий полицейский также убиты. 3 выживших террориста арестованы. В результате 14 детей израильтян остались сиротами. Бен Бергер утешает себя тем, что его сын погиб, осуществляя цель своей жизни – участвовать в Олимпиаде. Я утешаю себя лишь мыслью о том, что если бы Дэвид знал, как будут развиваться события, он бы все равно пошел по тому же пути. Возможно, это странно звучит, но мне всегда так казалось. Энке Спицер теперь знает, как и почему погиб в Мюнхене ее муж Андре. Но никто не взял на себя ответственность за его смерть. Я знаю точно одно. Моей дочери было 5 недель, и она выросла без отца. А я потеряла мужа. Кто-то ответственен за все случившееся.